Дальше. Все в доме болеют. Что делает маг, согласно Вастушастре? Он покупает 8 килограммов черной фасоли, идет утром к реке и произносит: «Я выкупаю свой дом, или свою квартиру у зла, или своего мужа у алкоголизма, или своего сына у наркомании». И высыпает это в речку, где вода проточная. Делает это один раз в год. За год происходят изменения, тоже все работает, проверено точно. Дальше. Нельзя покупать квартиру или бизнес, который продан с аукциона. Почему? Потому что в феншуе, который я знаю, говорится о том, что в случае, если человек с аукциона покупает себе квартиру или бизнес, то ему переносится карма покупателя. Карма того человека, он как бы выкупает или переписывает на себя карму того человека, у которого не получалось. Именно поэтому не совершайте такие ошибки. Не покупайте бизнес, который продан с аукциона, не покупайте квартиры, которые с аукциона продаются, не делайте этого. Также не помогайте людям деньгами, у которых сильнейший финансовый крах, потому что это все дает возможность переписать на вас карму этого человека. Это очень